«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Синоптики обещают, что погода 9 мая будет отличная. Так что организаторы всех клинчан и гостей города приглашают в этот день на праздничные площадки. Программа будет очень насыщенной, и буквально каждый сможет найти для себя что-то интересное. И чтобы понять, куда вы можете отправиться в этот праздничный день, наша афиша. Основная праздничная программа начнется утром в сквере Афанасьева с общероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Солдатская каша» и трансляции на большом экране «Парада Победы» на Красной площади. В 11:00 развернется концертная программа «Песни нашей Победы» и выставка ретро-техники. Торжественный митинг у Вечного огня начнется в 12 часов, а в 12:30 у Мемориала Победы откроются пешеходные экскурсии маршрутами памяти. Бессмертный полк стартует в 13:00 от сквера Афанасьева и пройдет торжественным маршем к стеле воинской доблести. Здесь же состоится торжественная церемония посвящения в юноармейцы. В 15:00 на территории Сестрорецкого парка откроется танцевальная ретро-площадка, а через час заработают интерактивные площадки, тематические зоны и летний читальный зал. Кульминация праздничного дня – открытие скейт-площадки и велопробег «Наследники Победы». Начало в 16 часов. На сцене парка в это время развернется концертная программа. Первыми выступят учащиеся детской школы искусств. В 19:00 клинчане присоединятся к общероссийской минуте молчания. Завершится программа большим концертом с участием финалистов шоу «Голос». Праздничный салют поставит яркую точку в 22 часа на площади у Ледового дворца.